План питания на рельеф мышц. Для того, чтобы достичь настоящего чистого рельефа, одних упражнений будет недостаточно. Для этого необходимо правильно питаться. Это факт. Человеческий организм при активных физических нагрузках крайне нуждается в полезных веществах, содержащихся в продуктах питания. И не только. Поэтому стоит заранее составить план питания на рельеф мышц и строго следовать ему. Организм устроен так, что некоторое время он способен поддерживать правильное функционирование всех своих систем, используя для этого разные методы. Но на протяжении определенного времени наступает постепенный или резкий спад. У каждого по-разному. Происходит это из-за нехватки важных полезных веществ. Если обычному человеку нужно поддерживать баланс нужных веществ, то человеку, который занимается совершенствованием своего тела, крайне необходимо правильно питаться. Переедание запрещено, недоедание тоже плохо, а вот золотая середина – это именно то, что нам нужно. Полезные продукты для рельефа мышц. Яблоки, бананы, апельсины и грейпфрут, ананас, черника, помидоры и огурцы, перец и лук, спаржа и брокколи. Свежие яйца, белки, куриное мясо, лосось, тунец, творог, мясо индейки, соя, форель. Овсянка, фасоль, картофель белый, нешлифованный рис, гречка, перловка, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб. Ваша задача избавиться от лишнего жира, оставить только чистые мышцы. Завтрак очень важен. К примеру, это может быть белковый омлет с овощами и зеленью, имбирный чай, средний перекус, протеиновый напиток, обед полноценный, куриная грудка с гречкой и овощами, небольшой перекус, фрукты, ужин умеренный, рыба, рис, овощи, перекус по желанию, смузи из овощей. Помните, что завтрак пропускать нельзя. Старайтесь использовать только свежие, проверенные продукты питания, которым вы 100% доверяете, чтобы не получилось такого, что вы полгода кушаете и думаете, что это приносит пользу, а на самом деле это далеко не так. Если у вас есть непереносимость каких-либо продуктов, то не стоит насильно их употреблять. Для начала попробуйте их заменить на аналогичные. В одном килограмме жира содержится от 7 до 9 тысяч калорий. Вам необходимо сбрасывать калории, чтобы добиться желаемого результата. Правильное питание – это залог крепкого здоровья. Поставили цель добиться рельефа – идите к ней. И не сворачивайте, все у вас получится. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем мир, друзья. До новых встреч. Give your wife and your children and your mother your best. There's no time to rest when you're dealing with death, ready to die. And no, it's the wrong answer. A no chance, a holes in your chest like lung cancer. A rope dancer, boy, the stakes is high. The fucking game is mine, I'm not afraid to die, yeah. The way up is always longer than it seems. So if you're morbidly obese